Госкорпорация «Росатом» начала работу по вывозу на переработку отработавшего ядерного топлива, выводимых из эксплуатации исследовательских реакторов в ГУП ГНЦ РФФИ в Обнинске. Для вывоза первой партии была проведена подготовка АЯД к транспортировке и его загрузка в специально предназначенные для перевозки сертифицированные транспортные контейнеры. В соответствии с федеральной целевой программой, вывоз отработавшего ядерного топлива, выводимых из эксплуатации исследовательских реакторов, будет продолжен. Поезд «Инновации» отправился в путь из Москвы. Это передвижной выставочно-лекционный комплекс на базе специального поезда, который будет курсировать по территории России. Экспозиция «Росатома» разделена на три тематических блока. Это радиационные технологии для промышленности, системы безопасности реакторов ВВР и вопросы происхождения радиации и радиационной безопасности. Он пойдет по всем российским железным дорогам от Москвы до Санкт-Петербурга. И он пройдет маршрут за 2 месяца 15 дней и остановится на 47 станциях. Совместить приятное с полезным при решении важных производственных задач смогли на приборостроительном заводе в Трехгорном. Руководство завода решило встречаться с коллективом в непринужденной обстановке. Встреча так и называется «Завтрак с директором». На первую встречу подводили итоги деятельности наставников. Наиболее опытные мастера на заводе становятся еще и педагогами, передающими свой опыт молодым. Обучение, которое проходит молодой рабочий наставник, как правило, по жизни потом их соединяет, и они обмениваются опытом. Уникальную возможность тренироваться на снежном склоне в самый разгар лета предоставил детям горно-химический комбинат. Сборы на горнолыжной базе «Снежинка» продолжались 3 недели. Многие дети смогли отдохнуть вместе с родителями. Поездка удалась, все задачи учебно-тренировочные планы выполнили. Дети откатали на склонах положенные объемы. Пытаемся поддержать свою спортивную форму, чтобы зимой не начать все сначала. Переходить в походы, отдыхать. Много-много впечатлений. Участники международного детского проекта New Kids представили мюзикл «Бункер свободы». Проект объединил 70 одаренных детей, работников предприятий атомной энергетики и промышленности из России, Индии, Вьетнама, Украины и Болгарии. За месяц было подготовлено полуторачасовое музыкальное шоу, темой которого стала актуальная проблема взаимоотношений друг с другом и со взрослыми. Очень хороший проект, который дарит детям такую возможность сделать с профессиональными педагогами такой мюзикл, поездить по гастролям, чтобы развить свои таланты.